Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами Александр. Сегодня я не буду вам предлагать регистрироваться ни в каких проектах. Наоборот, я буду вас отговаривать регистрироваться, потому что этим видео я начинаю запись цикла или серии видеороликов, в которых не будет рекламы проектов, скорее наоборот. Эти ролики будут наполнены антирекламой, потому что речь в них будет идти о всевозможнейших мошеннических схемах в интернете и о том, как не попасть на удочку воров и лохотронщиков, которые проявляют чудеса изобретательности, придумывая все новые и новые схемы и способы обмана с целью завладения деньгами наших честных и добропорядочных граждан. В первом выпуске обзора лохотронов объектом нашего внимания будет мастер-класс от Олега Ефремова, который представляет собой целую цепочку лохотронов для одурачивания наивных людей. Начать с него я решил потому, что в настоящий момент человек, называющий себя Олегом Ефремовым, развернул очень активную рекламную кампанию в интернете по продвижению своей мошеннической схемы. Продажа курса осуществлялась сразу с трех сайтов, два из которых уже закрыты провайдерами, очевидно, из-за массового потока жалоб, а третий с адресом mskl.ru сейчас работает, но нет никаких гарантий, что завтра мошенник не купит новый домен и хостинг и не запустит этот лохотрон в другой оболочке. Схема аферы. Мошенник предлагает зарабатывать от 6000 рублей в день по его секретному методу. Когда пользователь попадает на сайт мошенника, автоматически запускается видео, в котором автор голосом диктора с телевидения рассказывает сказку о своем волшебном методе, которым он готов поделиться бесплатно. Но тут же, ниже, без какой-либо связи с тем, что он говорил минутой раньше, он говорит, что для того, чтобы получить доступ в свой личный кабинет, надо заплатить всего ничего, всего каких-то 80 рублей. После оплаты вы получите логин и пароль к уже настроенному личному кабинету на сайте компании Clever System, которая якобы занимается обслуживанием сайтов. Каким обслуживанием? Автор таинственно умалчивает, а больше нажимает на то, что вам ничего делать не нужно, система сама генерирует деньги, потому что якобы он, великий и могучий волшебник Олег Ефремов, за ваши 80 рублей настроил вам личный кабинет, а вам остается только наблюдать и выводить заработанные деньги. Рассмотрим эту мошенническую схему. Она состоит из связки нескольких сайтов-воронок, которые могут меняться. Clever System – второе звено в этой цепочке лохотронов. Именно этот сайт показан в видеопрезентации и в инструкции по работе, которую жертва получает после оплаты мастер-класса. Все это сделано для того, чтобы вы максимально поверили в то, что поймали удачу за хвост. И вам остается только запустить сервера для того, чтобы деньги рекой потекли в ваш карман. На самом деле, сайт Clever System фейковый. Он был зарегистрирован всего за несколько дней до старта продаж мастер-класса Ефремова. А сам Ефремов вешает лапшу, что сайт работает давно и показывает статистику за более чем один месяц. Думаю, вы понимаете, что нарисовать на своем сайте можно все, что угодно. А теперь вы только посмотрите на тарифы оплаты серверов. 700, 1200 и 1800 рублей – это вам не начальные 80. Между прочим, в видеопрезентации нет даже слова о том, что помимо 80 рублей нужно еще что-то платить. Вы думаете, что никто не будет платить по 1800 рублей за покупку серверов на непонятном сайте? Ошибаетесь.
Оказывается, при виде очередной кнопки бабло у искателей халявы слюнки текут, как у собак Павлова. Мозг отключается, а руки сами тянутся за кредитной картой. И, конечно, после оплаты сервера люди, ищущие легкий и быстрый заработок в интернете, никаких денег не получают, а мошенник получает награбленное. Вот статистика, которую удалось получить с платежного шлюза ePayTV, и это только количество оплат с сервера за 1800 рублей. Можно только представить, сколько еще было оплат по 700 и по 1200 рублей. И все это за одну неделю. Я рассказал вам все это для того, чтобы вы понимали саму схему надувательства. Как называется сайт, абсолютно не важно. Сегодня это клевер, завтра будет ромашка, послезавтра одуванчик. Важно, чтобы вы знали все схемы, где вам предлагают заработать, ничего не делая, это интерактивные лохотроны, в которых ваши заработки так и останутся виртуальной иллюзией, которая создается при помощи скриптов. А мастер-классу от Олега Ефремова мы с вами сегодня вынесем вердикт. Лохотрон. Я уверен, что противодействие интернет-мошенникам не является донкихотством и войной с ветряными мельницами, потому что в природе на всякое действие есть противодействие. Сегодня мошенники чувствуют себя пока вольготно в интернете и очень редко получают по заслугам за свои грязные делишки. Поэтому я считаю, что каждый из нас в меру своих возможностей должен делать свой посильный вклад в дело борьбы с интернет-мошенниками и аферистами. И если даже 100 или 200 подписчиков канала из тех, кто посмотрел мои видео из цикла «Антилохотрон», не потеряют свои деньги, отдав их мошенникам, то я буду считать, что записывал эти видео не зря. Если вам понравится какой-то ролик из этого цикла, и вы поделитесь ссылкой на него со своими друзьями, вы также поможете оградить добропорядочных людей от аферистов в сети интернет. Покончить с лохотронщиками раз и навсегда у нас не получится. Но раскрывая грязные и подлые схемы мошенников, мы можем значительно уменьшить число обманутых людей, которые не попадутся на крючок этих аферистов. А это уже победа, пусть даже маленькая, но победа. На этом благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, если тема противодействия мошенникам в интернете для вас актуальна. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Желаю вам никогда не попадать в сети интернет-мошенников. Всем удачи. До новых встреч в следующих видео.